One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities and look like all you need. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Яблочный Эксперт. И в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, как обойти же лимит Apple ID на iPhone, iPad, iMac. Сразу же хочу приступить к тому, что на каждом из устройств Apple можно активировать не более чем 3 бесплатных учетные записи. То есть неважно, это будет iPhone, iPad или iMac, у каждого из них есть по 3 бесплатных. То есть что это имеется в виду? Создавать вы можете, конечно, неограниченное количество, но чтобы активировать эту учетную запись, ее нужно зарегистрировать на каком-то устройстве. Что бывает, когда вот вылазит вот такое вот окошечко, на этом iPhone активировано предельное количество бесплатных учетных записей. Чтобы вы не пугались, не думали, что это какая-то блокировка, то есть и тому подобное. Есть выход. С этой ситуацией есть два способа, но мы к ним еще подойдем. Еще хочу рассказать о том, что никак не скинуть этот счетчик активации. Перейдем к первому способу. Создать вы можете на любом браузере, просто перейдя по той ссылке, которую я вам дам, закреплю я ее в комментариях. То есть, вот, активация будет доступна только на незадействованном 3 бесплатных Apple ID активации. Это значит, что после того, как вы создадете новый Apple ID, остается только найти 3 устройства, с которыми вы сможете активировать свою учетную запись. Из тех перечисленных, которых вы знаете. Это iPhone, iPad и iMac. Вот с их помощью вы сможете это активировать. Самый простой способ — это попросить у друга, знакомого, девушки, быть может, или еще кого-то, активировать Apple ID на этом устройстве. Или вы можете зайти в магазин с устройствами Apple и активировать там, если они уже не зашли ранее. То есть сейчас на iOS 12 вы можете активировать устройство вот до такого изначального вида без создания Apple ID и также сим-карты конкретно. Вы можете просто войти и все создать позже. То есть вы уже когда конкретно перейдете в App Store, вам вылезет вот такое вот окошечко, там либо же у вас есть Apple ID, либо же вам нужно создать. Вот нажмете создать при любой скачке, такое окно вылезет, и потом уже создаете ваш Apple ID. Но опять же, не забывайте, что есть 3 бесплатных записи. Иной способ — это купить себе активацию Apple ID. Просто когда вы будете вводить Apple ID, вы закрепите карту с не менее чем 5 или 10 долларов. Можете создать напрямую на устройство iPhone, iPad пошагово. Когда идете до дела внесения данных о оплате, нужно, чтобы на карте было не меньше чем 5 долларов. Вот, это как бы раньше было, может даже доллар и 2. Но сейчас в данный момент стоимость неизвестна, активация Apple ID. Но могу заверить, что не больше чем 5 или 10 долларов будет. Но вы можете связаться опять же с техподдержкой Apple, вам тоже объяснят, как это все дело сделать. То есть, точнее, какая будет стоимость этой услуги. Но на этом, в принципе, и все. Первый способ, я думаю, понятен. Я все это описание выкину, опять же, в описание видео. И также закреплю в комментариях это же описание, только уже с ссылками. Чтобы вы могли свободно ориентироваться. И понимали, как с этим справиться. Не пугайтесь, то есть, это не блокировка. Вы можете спокойно создать на другом устройстве. И, точнее, активировать. И будет все прекрасно работать. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик и не забывайте этим делиться видео с друзьями. Всем пока!